Russia, Poland. Switzerland.
from Tajikistan. Российская Федерация! Russian Federation!
Олимпиадой. Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Please welcome once again the athletes of the 29th Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk. Дамы и господа, государственный флаг Российской Федерации. Ladies and gentlemen, the national flag of the Russian Federation. Флаг несет. The flag is carried by Александр Меньков, чемпион мира, серебряный призер Универсиады по прыжкам в длину. Alexander Minkov, world champion, Universiade silver medal winner in long jump. Наталья Гербулова, двукратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по биатлону. Наталья Гербулова, two-time Russian champion, world junior championship silver medal winner in biathlon. Арас Эмиров, строитель. Победитель чемпионата «Молодые профессионалы России». Арас Эмиров, конструктор, winner of the World Skills Russia Championship. Марина Арбузова, пекарь, победитель чемпионата «Молодые профессионалы России». Марина Арбузова, baker, winner of the World Skills Russia Championship. Юрий Ветровский, баянист-виртуоз. Лауреат международных конкурсов. Юрий Ветровский, virtuoso pianist, winner of international contests. Дарья Манза, скрипачка, лауреат 15-х молодежных дельфийских игр России. Дарья Манза, violinist, winner of the 15th Youth Delphic Games in Russia. Дамы и господа, исполняется государственный гимн Российской Федерации. Просим вас встать. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the Russian Federation. Yeah.
Россия счастливо продолжит традиции движения университетского спорта. Давайте вспомним лучшие моменты прошлых универсиад. Russia is happy to follow the traditions of the university sports movement. Let's remember the moments of the previous universiads. Президент Международной федерации университетского спорта Олег Васильевич Матыцин. Ladies and gentlemen, the president of the International University Sports Federation, Олег Матыцин. Уважаемый господин президент России, дорогие организаторы, участники и гости, дорогие друзья, для меня большая честь приветствовать вас от имени Международной федерации университетского спорта в торжественный день начала 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Это крупнейшее в мире спортивное событие 2019 года открывает новую страницу в летописи международного студенческого движения. Впервые в его 70-летней истории зимняя универсиада приходит в Россию и встает в один ряд с глобальными спортивными форумами, которые были успешно и ярко организованы в этой стране. Сегодня внимание мировой общественности обращено на Красноярск, богатый своей природой, историей, людьми, на возможности и перспективы, которые здесь созданы для развития спорта и социальной инфраструктуры. От имени Международного университетского спортивного сообщества выражаю глубокую признательность руководству России, Организационному комитету и всему Красноярскому краю за высокий стандарт подготовки универсиады. Россия вновь подтвердила свою репутацию надежного партнера, для которого ценности спорта, просвещения, здоровья будущих поколений являются государственными приоритетами. Dear friends, allow me to now welcome the delegations from 58 countries and 650 universities with us here at the Platinum Arena Krasnoyarsk. I am particularly happy to greet the nations which have joined us at the Winter Universiade for the very first time. You are all about to celebrate some very special days together. It has taken so much planning, hard work and dedication from FISU, the organizing committee and international winter sport federations to create a world-class stage ready for athletes to shine. But sport is not only the reason why Universiade is special.
Russia is famous for its culture and hospitality. After you have experienced these things, I'm sure that when we meet here again for the closing ceremony, you will feel the same warm feelings toward Siberia that FISU already feels. Very soon, the Universiade flame will light up the cauldron of the 29th Winter Universiade. Dear athletes, as the flame lights up your performances in the coming days, please remember the values and principles that FISU and sports stand for. You have worked hard to get here. We know that you have given countless hours to your training and your preparation. We salute your effort. Please take now a moment to recognize that giving your best performances will require more than your talent and your training. Friendship, fair play, dignity, and mutual respect are at the heart of sport and Olympism. Believe in these principles, and the rewards will be greater than you can imagine. And do not forget to enjoy the time you will spend here with each other. It will be a special time, one that you will remember and that will guide you for the rest of your life. And you will go on to become the leaders of tomorrow. It's a great honor for all of us that in a few moments the President of Russia will declare the Universiade open. But before that happens, you have one more special message from another big supporter of university sport, Dr. Thomas Bach, the President of International Olympic Committee. All that remains for me is to wish all of you a fantastic Universiade. Thank you so much and good luck. Дамы и господа, видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ladies and gentlemen, a video message from the president of the International Olympic Committee, Thomas Bach. Dear President of the Russian Federation, Your Excellency Mr. Vladimir Putin. Dear FISU President Oleg Matitsyn. Dear athletes. Dear fans, dear friends, as you gather for the 29th Winter Universiade in Krasnoyarsk, one thing is for sure. The coming days of competition will be an unforgettable experience for all of you. As the motto of this Universiade says, you will experience real winter. And what better place to do so than in the heart of Siberia, Russian Federation. From my own experience of the Universiade when I was a student, as you can tell, this was only just a short time ago. I know of the excitement that every athlete feels before the competition begins. So I wish all the athletes the very best. This is your time to shine in the sport you love so much. For many of you, this Winter Universiade will be an important milestone for a future career in sport. I can only encourage you to make the most of this unique experience, and who knows, perhaps Krasnoyarsk will be the beginning of your journey to the Olympic Winter Games Beijing 2022. To all the athletes, I say, always compete in the Olympic spirit of friendship, respect, and fair play. Enjoy the sports. Give it your best in the competitions. The Universiade has a wonderful atmosphere of openness and possibility that is shared by university students across the globe. With an open mind and an open heart, you will leave this Winter Universiade with new experience and, most importantly, with new friends from around the world. I wish you all the very best. Enjoy this Winter Universiade together. Дамы и господа! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ladies and gentlemen,
the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в Россию. Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей, пришел всемирный праздник студенческого спорта. Праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали и летняя универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия. И провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне. Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам, спортсменам, тренерским штабам и федерациям, за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям. Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду открытой! Дамы и господа, флаг Международной Федерации Университетского Спорта. Ladies and gentlemen, the flag of the International University Sports Federation. Флаг несут послы 29-й Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. The flag is carried by the ambassadors of the 29th Winter Universiade 2019 in Krasnoyarsk. Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию на коньках. Алексей Ягудин, Olympic champion, four-time world champion in figure skating. Светлана Мастеркова, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800. И 1500 метров. Чемпионка мира в беге на 1500 метров. Светлана Мастеркова, two-time Olympic champion in 800 and 1500 meters. World champion in 1500 meters. Николай Алюнин, серебряный призер Олимпийских игр. Победитель универсиады по сноуборду. Николай Алюнин, Olympic Games silver medal winner, Universiade champion in snowboard. Ольга Жаркова, чемпионка Европы, победительница Универсиады по кёрлингу. Ольга Жаркова, European champion, Universiade champion in curling. Кирилл Веселов, четырехкратный чемпион мира по спортивному ориентированию. Кирилл Веселов, four-time world champion in orienteering. Дарья Антонюк, певица, победительница шоу «Голос». Дарья Антонюк, singer, winner of the Voice Russia contest.
Дамы и господа, исполняется гимн Международной федерации университетского спорта. Просим вас встать. Ladies and gentlemen, please stand for the anthem of the International University Sports Federation. Дамы и господа, от имени всех спортсменов клятву приносят. Ladies and gentlemen, to take the oath on behalf of all athletes. Любовь Никитина, фристайл. Любовь Никитина, фристайл скиинг. Максим Буров, фристайл. Максим Буров, фристайл скиинг. On behalf of all the student athletes, I promise that we shall take part in the Universiade, respecting and abiding by the rules which govern it, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, fair play, for the glory, for the honor of our teams and for the achievement of international university sports movement. Дамы и господа, от имени всех судей и официальных лиц клятву приносят. Ladies and gentlemen, to take the oath on behalf of all judges and technical officials. Наталья Веневцева, кёрлинг. Наталья Веневцева, curling. Иван Меликов, биатлон. Иван Меликов, биатлон. On behalf of all the judges and technical officials, I promise that we shall officiate in this Universiade with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern it, in true spirit of sportsmanship. Дамы и господа, ladies and gentlemen, добро пожаловать в Россию! Welcome to Russia! Добро пожаловать в Красноярск! Welcome to Krasnoyarsk! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Енисейской Сибири! We invite you on an exciting journey to Yenisei, Siberia! Исток великого Енисея, покидая отеческие пенаты Саян, прирастает силой почти 500 рек и становится одной из самых полноводных и протяженных водных артерий мира. Большая вода, широкая душа Сибири. Енисей – неразрывная связь времен, устремленная в будущее. Енисей объединяет культуры самобытных народов, которые гордо называют себя детьми одной реки. Енисейская Сибирь – это крепкий характер, воспитанный могучей рекой.
впрочем, к милому
звездочки в небе сияют. Добрые сказки расскажут они. Ночь пришла, спать пора.
всегда стремились познать природу, жить в ее ритме, понять ее законы. Мы приложили немало сил. Знания не дались нам легко. Но теперь эта сила с нами навсегда. В наших руках камень стал послушным. На наших глазах огонь стал кротким. Мы создаем наследие. Мы создаем, как создавала природа. Приумножаем наши богатства. Работая, не покладая рук. Наши знания спасают жизни. Наши стремления не знают границ. Наши успехи дают уверенность. Мы знаем многое, но продолжаем учиться. Задаем вопросы и находим ответы, зная с каждым днем все больше. Мы делаем красивее наш дом и устремляем взгляд к звездам. Здесь совершаются открытия и меняется мир. Здесь бьется сердце огромной страны. И ты слышишь его сейчас.